Есть чему порадоваться. Промышленность и сельское хозяйство в Пензенской области находятся на высоком уровне. Об этом говорят темпы социально-экономического развития региона в начале 2013 года. За два месяца индекс промышленного производства увеличился на 1,5%. В сельском хозяйстве показатели более впечатляющие. К примеру, рост производства мяса по сравнению с прошлым годом составил более 10%. Положительную динамику, считает губернатор Пензенской области Василий Бочкарев, нужно сохранить и приумножить. Сделать это можно за счет новых инвесторов. В регионе уже готовится реализовать несколько привлекательных с этой точки зрения проектов. Во-первых, многие производства привлекут иностранный капитал. Во-вторых, во всех проектах есть инновационная составляющая. В-третьих, все они максимально социально ориентированы. Новые виды бизнеса, которые должны прийти в Пензенскую область, я считаю, что для нас очень интересно. Это строительная индустрия, новые технологии в части строительства, прежде всего жилья. И чтобы это жилье было реально доступным, и цена квадратного метра не была выше 30 тысяч рублей, а желательно еще дешевле, да, в пределах 26-28 тысяч. Должны создать в ближайший месяц площадку строительной индустрии, то есть производство готовых конструкций для жилых домов именно прямо на строительной площадке. В числе интересных идей – развитие бумажной промышленности и организация производства финских дизельных двигателей. Оба проекта реализуются с зарубежными партнерами. А это не только дополнительные инвестиции, но и новая культура, новый уровень труда и новый подход к подготовке кадров. Чтобы качественно получить дизель, мы должны по-новому готовить молодых людей к этой работе. То есть мы должны использовать наработки того же финского образования. Задача сейчас стоит перед образованием изменить ситуацию и создать подобный центр подготовки и переподготовки кадров для инновационных проектов. Конечно, на все это уйдет не один месяц и даже год. Однако губернатор уверен, что первые реальные результаты некоторые проекты дадут уже к 2015 году. Светлана Демина, Андрей Лешин, телерадиокомпания «Заречный».